Всем привет! Значит, ввиду нашей вот этой вот всей ужасной ситуации, другого слова нету, такая прям критическая ситуация, кризис, цены растут, люди гибнут и вообще, ну, я далек от политики, я не хочу в это во все вдаваться даже, но да, оно есть, вот. Сегодняшним днем заблокировали таргет в Инстаграме, вот, я не знаю, что будет там дальше с самим Инстаграмом, будут его блокировать, не будут, навряд ли, конечно, но тем не менее, вот, с Ютубом я также представляю то, что сейчас будут что-то делать, то, что буквально вчера мне на глаза попалась такая агрессивная реклама, когда ты включаешь ролик, у тебя первые 5 секунд, тебе просто там рассказывается, какие там, в общем, плохие вещи, чуть ли не матом про наше правительство и так далее, я тоже понимаю то, что это сейчас быстро очень пресекут. Не знаю, откуда это все, откуда ноги растут, не хочу в этом разбираться и узнавать тоже не хочу. Вот, хочу, чтобы, ну, я думаю, все хотят, чтобы это поскорее закончилось, и снова мы все стали жить стабильно, размеренно. Пусть оно будет не лучше, пусть оно будет не хуже, пусть оно просто будет как было, даже если оно станет хуже, лишь бы оно было стабильно, и, ну, будем уже разбираться, адаптироваться. Вот. А ввиду вот этих всех блокировок, очень я переживаю за наше комьюнити, которое мы с Ростом, ну, все равно мы его собрали за сколько? Сколько, братан, у нас с тобой? Там 5 лет, да, по-моему? Где-то 5 лет у нас с начала Ютуба, это все с Ютуба все начиналось и так далее. Сейчас у нас есть Ютуб, Инстаграм, Дзен, ТикТок мы начали осваивать и так далее. Кстати, группа в Телеграме очень классная, у нас появилась группа в Телеграме, там добавляется каждый день просто человек по 50 с каждого, вот ролик прям выкладываем, и просто туда толпа валит, общаемся, там беспрерывно идет общение, обсуждаем, не только мы чему-то учим, не только мы вот там снимаем видео, что-то рассказываем, нас учат, нам советуют, и мы такие хоп, и запоминаем тоже, это все равно, это обмен информацией, не может человек все знать, это круто, вот, вот этот видос мы сейчас сделаем, либо в формате поста, либо в формате там сторисов вот этих, да, как это делается. Вот, и везде укажем ссылки на все наши на сегодняшний день существующие ресурсы. Не хочется терять вот это наше комьюнити, потому что со многими мы общаемся в реальной жизни, встречаемся на каких-то там потолок пати, на каких-то мероприятиях, и это классно, и просто мы сейчас такие все просремся, и не будем уже ни с кем видеться, ни с кем общаться. Вот, поэтому давайте залетайте в ВК, залетайте в ТикТок, в Телегу залетайте, будем общаться, как-то не теряться, обмениваться по-прежнему опытом. И, ну, вот это наше комьюнити как-то постараемся сохранить. Всем пока, всем здоровья.